Скажите, пожалуйста, вот вы пришли на эту землю, чтобы принести радость и блаженство. Да. Как вы это делаете? Радуюсь и благодарю мир за то, что я здесь есть. Вы прямо сейчас радуетесь? Да. А как человек может тоже вот так же начать радоваться вместе с вами? Вот я, например, хочу тоже радоваться. Как мне это сделать? Благодарить мир за то, что у тебя есть две ноги, две руки. Ну вот я никакой радости не чувствую. Благодарить за то, что ты есть. Ну я благодарю, и никакой радости. Нужно эмоционально полностью этому доверяться. Ну я вот думаю, ну да, есть две ноги, и чё? Пофиг. Умеешь ходить? Пофиг. Но это уже достижение. А мне пофиг. Нужно эмоционально полностью вкладываться в это. Нужно получать радость от этого. А я не получаю. Тогда вам будет сложно. Так вот мне и сложно, я поэтому к вам пришел. Чтобы вы меня научили радоваться и испытывать блаженство. Вы фигню какую-то говорите про две ноги. Я что, до встречи с вами не знал, что у меня две ноги? Может, хватит херню нести? Наверное, вы просто этого не знаете. Не осознаете полностью всей душой. Что у меня две ноги, блин? Что вы несете фигню? Какая нафиг разница, что у меня две ноги? Что? Большая разница. Ну, я не вижу ничего вообще. Вы же сказали, что поможете мне. Где помощь, блин? Вы всегда так негативно настроены? Да, конечно, ужасно вообще. Вам всякие нравится? Шарлатаны типа вас вот ходят, говорят, я тебя сейчас научу радоваться, испытывать блаженство. Я говорю, давай, вы начинаете мне про две ноги задвигать какую-то фигню. Вам нравится хамить? Очень. Ну, в смысле, что нравится, но я какого фига вообще тут время трачу на вас? Это бесплатно. Что вы пришли в 2 метра. В 2 метрах у вас дом.